Платформа мира. Баку, Ереван. Все слушайте сюда. Перед сном случайно. Значит, все слушают сюда. По условию, что обязательно должен быть третий армии. Они тогда посматривали кандидатуру ООН и депутат Мили Межлиса Азай Гулиев. Они рассматривали кандидатуру, был такой и есть он, печально известный, Георгий Ванян, который Тайкалинский процесс, и вы, наверное, слышали. Однако, связавшись с этим человеком, этот человек, я не знаю, я не был при переговорах, но, как потом мне Фатулаев сказал, этот человек попросил огромное количество денег, которые они не хотели давать. И тогда, ну, я эту женщину знал как? Значит так, 13-м или... этот человек Георгий Ванян, основатель миротворчества Кавказа, и такой шакал должен бояться. Я вам серьезно говорю, должен бояться посягнуться на его имя и портить имидж. Это уже личное оскорбление мне. Я еду в отпуск, этот человек приговорен. Я вам серьезно говорю. Если вы его не заберете, азербайджанские службы, у вас все возможности есть сидеть, продолжает лгать, продолжает признаваться, что занимался шпионажем и так далее, и так далее. И если вы его оставляете здесь, уже последний дурак понимает, да, чем вы занимаетесь, ребята. И если он не исчезает насовсем, тогда пеняйте на себя.